Чуть ли они плачут, что нет специалистов по закупке рекламы. Эти рекламы тоже не заходят, они не интересны аудитории. Флёр какой-то убогости, зашквара. Спасибо, Господь. Не владеет языком хайпа. Но вот такая сейчас ситуация на рынке, и вы можете ее изменить. Разные группы идут на хайпологию, продукт, который всех их объединяет, потому что проблема рекламы есть у всех, это головная боль каждого человека, который либо уже работает, либо хочет работать в Инстаграме. Что у блогеров проблема с ростом аккаунта, что у менеджеров с закупкой рекламы. Для блогеров подойдет именно третий тариф, потому что там есть разбор рекламной подачи от меня. Вот столько, я сегодня спросила менеджера специально, вот столько мест у нас занято на консультации, я их уже больше не делаю. Так что единственная возможность пообщаться со мной по поводу рекламы лично. Домой сразу бросилась на кровать к своей жопе, и я сегодня поняла, что мой юмор иногда бывает не к месту. Подходит ко мне парень. Я придумала абсолютно гениальнейшую вещь. Скорее всего, манифестировать на паре немножко странно, потому что...